Сегодня Германия пытается отказаться от поставок российского природного газа всего за 2 года. Теперь мы рассчитываем, что уже летом 2024 года мы сможем сделать себя независимыми от российского газа на несколько долей. Так вот в чем цель федерального правительства. В 2021 году импорт российского газа составлял еще 46 миллиардов кубометров, и, как ожидается, к 2024 году резко сократится. Но есть одна проблема – долгосрочные контракты, которые работают по принципу «бери или плати». Пункт «бери или плати» означает, вы должны снимать минимальную сумму каждый год. В противном случае вам придется заплатить за газ, который вы не сняли.